Привет всем на моем канале. Очень часто вижу, когда кондиционеры включают на минимальную температуру. Например, вот так. Сейчас я запускаю кондиционер. Здесь у меня стоит 24 градуса на табло. И также на пульте, как видим, я поставил 24 градуса. Но очень часто люди пытаются быстро охладить, либо охладить комнату максимально за минимальный срок и ставят минимальную температуру, бывает 16 градусов на некоторых кондиционерах, вот на этом в частности. Бывает на некоторых 18. Мы можем видеть это на табло вот здесь. Сейчас я покажу поближе. И вот здесь мы видим 16 градусов. И тем самым большинство пользователей думают, что таким образом они быстрее охладят температуру, будет выходящий воздух из кондиционера 16 градусов, и это максимально быстро охладит температуру. На самом деле это далеко и вообще в принципе не так работает. Эта температура не для того, не исходящего воздуха из кондиционера, а абсолютно другая. Сейчас я все это расскажу более подробно. И поэтому ставить вот так вот я не рекомендую, особенно если у вас кондиционер максимально впритык рассчитан под вашу площадь. Он просто не будет выключаться у вас никогда. Он будет все время маслать, наружный блок с компрессором, и будет все время маслать и маслать и маслать, потому что не сможет нагнать эту температуру. На самом деле, вот этот указатель, что на пульте, что на самом кондиционере, вот здесь 16 градусов, либо 18, он указывает лишь на ту температуру, при которой, при достижении которой в комнате кондиционер отключит наружный блок и будет ее поддерживать. То есть, если у вас в комнате будет 16, только тогда наружный блок отключится. То есть, кондиционер будет просто гонять воздух и ждать. Тут стоит датчик, в общем-то, температуры, который измеряет температуру в комнате. И при достижении температуры 16 градусов он отключает наружный блок до того момента, пока температура опять не поднимется плюс-минус 3 градуса. И он снова включит наружный блок и таким образом будет поддерживать температуру. Соответственно, что происходит, когда вы ставите на 16 градусов? Вы считаете, что температура исходящего воздуха 16 либо 18 и тем самым быстрее охладится. На самом деле температура исходящего воздуха из кондиционера всегда одна и та же. Ну, практически всегда, потому что если мы поставим вентилятор на большую скорость, она будет немножко ниже на 2 градуса. На самом деле она около плюс-минус 7-8 градусов. Всегда 7-8 градусов, если скорость кондиционера, точнее фан. Кнопочка вот здесь, если видите, фан, это сам вентилятор, который вот там вот стоит лопастяк, который разгоняет воздух. Если он включен на максимум, то будет температура около 12 градусов исходящая, потому что он не успевает просто прогнать такое количество фреона. Но если будет минимальная скорость, то это может быть и 6 градусов исходящая температура, и 7, ну вплоть до 10 градусов. Это в принципе считается нормальным рабочим потоком воздуха. Если она выше, те же 16-20 градусов, как многие считают, то это уже не кондиционер. Это не работает как кондиционер. Нужно дозаправлять фреон, чистить его и так далее. То есть, делаем вывод какой. Температура, которая есть на пульте и также на самом кондиционере, это всего лишь температура, при которой будет поддерживаться работа компрессора. То есть, если мы ставим хоть 16, хоть 24 градуса на самом блоке, на пульте вот здесь, либо там будет оно отображаться, то температура исходящего воздуха от этого не меняется абсолютно. Она будет одна и та же. Примерно 8 градусов по Цельсию. Но если мы поставим 24, и при этом кондиционер рассчитан верно на площадь, на вашу кубатуру комнаты, то у вас он при достижении там 22-20, я обычно ставлю 23 градуса, мне так комфортнее. Вот таким вот образом. Ставим 23. Вот. И он все равно не выключается. И воздух все равно будет идти 8 градусов оттуда. Но когда он достигнет температуры 23 градуса в самой комнате, он отключит наружный блок. Будет просто крутиться лопастя вентилятора и будет работать сам вентилятор, разгоняя этот воздух. И как только температура снова поднимется до 25-6 градусов, он опять запустит наружный блок и опять будет работать на охлаждение. То есть таким образом поддерживая заданную вот эту температуру на блоке. Очень многие этого не знают, ставят просто на кондиционер на минимум, тем самым гоняя его постоянно, тем самым компрессор не отключается, маслает постоянно. Ну, в принципе, это происходит, когда неверно рассчитан кондиционер на вашу кубатуру. Примерные расчеты, очень легко просчитать кубатуру, квадратуру, скажем так, это семерка, так называемая, 7 единиц
если вам интересно, почитайте. Это 20 плюс-минус квадратов, девятка, соответственно, 27. Умножаем на 3 просто вот эту цифру, и все. 12, 10 умножаем на 3. Вот таким вот легким, простым образом можно просчитать нужный вам кондиционер. Но я всегда ставлю не меньше девятки, потому что даже если площадь там 20 квадратов, потому что это все будет работать гораздо чаще, отключая компрессор, тем самым он вам прослужит гораздо дольше. То есть вот такая вот ситуация с установкой минимальной температуры. Надеюсь, видео было полезным. Кстати, есть видео, как почистить кондиционер самостоятельно за 5 минут. Как также его можно, если он капает, починить. Все это также есть на моем канале. Очень просто это все ремонтируется. На самом деле без различных мастеров за 5 минут, если у вас есть доступ к кондиционеру. Поэтому посмотрите мой канал, это все есть на моем канале. Всем спасибо, не забываем подписаться. Посмотрите также видеообзоры различной техники, приставок и так далее. Пока!